Всем доброе утро. Продолжаем наши занятия. Сегодня у нас, значит, руки, ноги, но со статикой. Значит, я все покажу. Значит, формат упражнения тот же самый. Делаем все по самочувствию, проветриваем. Надеюсь, у всех настроение, самочувствие хорошее. Ну, начинаем, как всегда, с разминки, да, с шейного отдела, да, там влево, вправо, то же самое повернули, да, круговые вращения, аккуратненько, да. Я немножко все делаю побыстрее, вы, естественно, в своем темпе, да? Да. Поясничный отдельчик чуть-чуть покрутили 5 раз в одну, 5 раз в другую, еще то же самое, да. Вытянулись, прогнулись, потянулись с утра, нагнулись, да, спокойненько. Смотрим, да, раз, смотрим вперед, спинку выгнули, кулачочки поджали. Да. Хорошо, чуть-чуть сразу размяли коленочки, да, у кого все нормально, покрутили их, чуть-чуть, да, голеностоп, влево-вправо, да, дыхание, вдох, выдох, да, все упражнения, напоминаю, 5-10, кому мало, 15 раз, еще раз, да, да, чуть-чуть растянулись, начинаем с гимнастики, с растяжечки, да. Все упражнения похожи, но задачи немножко другие, да. Вот, да. Покрутили плечевой пояс перед собой, да, кому надо, по 2-3 раза, да, чуть-чуть немножко с натяжечкой, хорошо, теперь немножко, да, плечевой пояс раскрутили, да, так, так, кому мало, чуть-чуть немножко с амплитудой. С амплитудой, да, с амплитудой. Чуть-чуть немножко, да, можно. Ручки прямые, с шагом, под разноименные ножки, да. Да. Кто поувереннее, чуть коленочки можно, да, чуть-чуть повыше, повыше, да. Приподняли чуть-чуть, дыханица. Приподнимаем, отлично. Да. Чуть-чуть размялись, еще поясничку домяли. Поясничку, да, взяли гантельки, кому мало, в сочетании можно лежа повторить лодочку, наклоны, кошечку, да, то есть прессик. Сейчас упражнение на руки, что мы делали, да, вверх, вниз, да, с дыханием, плечевой пояс, вверх, вниз, теперь чуть-чуть немножко оставить, да, раз, два, три, 4. Чуть-чуть на статику сейчас, что это такое, значит. Раз, задержали, да, 5, 10, 15 секунд. Опустили, то же самое. Раз, два, задержали, опустили. То же самое вперед, да. Раз, два, три, 4. Раз, два, задержали. Еще можно сделать крестовые, да, очень хорошие упражнения на грудь. Потом чуть-чуть немножко можно с поворотиками тоже. Отлично, с поворотиками, да. Можно сделать пошире чуть-чуть, да, пошире с поворотиками. Разводочка аккуратнее только, да, в квартире у нас не так много места, но тем не менее, да, делаем, видите, да, опа, хорошо, да, пошире, здесь покороче, на развороте чуть-чуть шире, хорошо. Не забываем, отдыхаем, кому надо 15, 20, 30 секунд, да, хорошее дыхание, то же самое упражнение, да, на ножке, то же самое, да, ходьба, ходьба, пошли, ходьба чуть-чуть немножко, да, кому более комфортно, ручки можно поднять, амплитуда, да, чуть-чуть немножко, да, повыше коленочки, повыше можно сделать, да, теперь чуть-чуть немножко шаг вперед, да. То же самое, 2-3 раза, да? Ножки пошире, поувереннее стоим, чтобы вас не качало, да, ручки здесь, все, спина прямая, хорошо, то же самое, раз, два, три, теперь, что такое статика, да, здесь, раз, два, три, да, и чуть-чуть немножко можно постоять, да, кому комфортно, опять же, ручки в стороны, да, амплитуда движения, гораздо больше. Хорошо, встали.
Подышали на другую ногу. То же самое, да, с другой стороны. Ручки здесь, да. Хорошо, встали, подержали. Да. Кому удобно, можно чуть-чуть немножко с амортизацией сделать. Вообще шикарное, да. Шикарное, да, хорошо. Теперь у нас упражнение тоже на лежа, но очень хорошие вот на эти нагрудные мышцы, да. В локтях чуть-чуть немножко согнули, да. Аккуратнее, четко держим гантели вовнутрь, да. Это называется разводочка, да. Вдох, выдох, да. Усиление, вдох, на выдохе сужаем, да. Все упражнения по 5, по 7, раз, по 10-15 в каждом упражнении, да? Шикарное, да, упражнение, вот оно. Да? Кому комфортно чуть-чуть, да, побыстрее, побольше, поменьше, все делаем так, как надо, да? То же самое. Пока мы лежим, можем гантельки, да, с использованием. То же самое. Вспомни чуть-чуть немножко, да, про прессик. Да, про прессик то же самое. На чуть на косые мышцы. В любом формате. Руками здесь. Потом можно перевернуться. Вы помните, я это делал, да? Да, чуть-чуть немножко. То же самое, да? Все, немножко дотянуться, если кто желает. Чуть-чуть немножко, да? Опа, да. Очень хорошо, да? Мягко, плавненько, да? Отлично. Все. И на гимнастику. И на гимнастику, да? Ставим. Чуть-чуть на кардио можно походить. 3, 4, 5 минут, да? Кардио. Кто хочет с гантельками усилить, да? Чуть-чуть. Немножко то же самое, да? Вдох, кровообращение, выдох, да? Вдох, выдох. Расширяется грудная клетка. Хорошо. Принимаем дыхание, да? Потянулись еще, потянулись. Да? И прогибчики. И наклон, да, чуть-чуть. Наклон кому так, да? То же самое начинаем. Да? И покрутили в конце. Аккуратненько. Можно кисточки, да? То же самое. Кто хочет, может аккуратно. Аккуратно, да? 5 раз в одну, 5 раз в другую. Хорошим дыханием восстанавливаемся. Хорошего дня, ваш Игорь Васильевич.